Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня 3 ноября, и вот показываю результат укоренения черенков. Это вот в одном горшке. Видите, вот один даже зацвел у меня. Вот из сколько я тут делала? 3, 4, 6. Из 6 череночков вот один только не пошел. И вон тот слабенький. Остальные все, вот как видите, живы-здоровы. Сейчас покажу еще и второй. Ну вот, а это второй горшок. Здесь у меня 2 не пошли из 6. Вот, ну что я хочу сказать. Колпачок я, конечно, сразу сняла, как мне Света написала, посоветовала, чтобы не загнили. И вот такой практически 100% результат, я считаю. Вот сейчас они у меня тут немножечко поживут все дружно вместе, а потом я их буду рассаживать.